Всем привет, ребят. Ну что, давно я вам не снимал сардели, честно скажу, времени просто на все аккаунты не хватает. Я этот аккаунт не забросил, он бездонатный. Многие писали, покажи, покажи донаты на нем. Ребят, нет, на нем ноль. Я сразу же говорил, я его буду постепенно прокачивать, никуда не спеша, как нормальные люди, потому что если на других аккаунтах я там трешую, то здесь... Я стараюсь делать все постепенно. Получил плюшку, прошел, получил, прошел, не прошел, значит не прошел. Вот так вот. Так, у меня есть утекание. Ну, у меня тут по героям, конечно, все очень печально. Ну, как печально? У меня по героям вообще обалденно. Но вот кому тыкать утекание? Вот, пока даже не знаю. Есть череп. Но он не особо такой, скажем, трешовый уже на сегодня. Есть, конечно, куча других героев. Например, смерть можно было бы. Ну, я ей тоже не вижу смысла ставить. Вот, поэтому, скорее всего, мы поставим на черепа на первое время. Да, и, в принципе, для него этот талант очень... И, видите, опять утекание с бесплатки. Так... Хотя я тут попропускал, самого у меня нет. После нашего последнего роллинга. Так. Не хватает места. Это ужасно. Вот как живут без доната. Вот самое печальное, когда у тебя нету самоцветов, и у тебя остается полчаса на прохождение битвы гильдий. И у всех уже есть на сегодня неплохие герои. Это Анубисы, которых многие, кто играет очень много, вкачивали. И ты сидишь и печалишься, потому что все очень печально. Так, это мы забрали. А печально, потому что они прокачали, а ты, не имея возможности, ну, ресурсов, не прокачаешь. Опять за первый день получаем первую награду. Так, хорошо, специальная рубашка вверх, большая выгода, в общем, куча всего, да ни о чем, как обычно на русском сервере. Так, ну что, давайте немножко, наверное, силу доапаем, делаем 50, надо, конечно, начать качать Анубиса и будем проходить подземки. Без Анубиса подземки проходить сложно, но с Анубисом вкачанным хорошо, можно свободно проходить их. И сейчас у меня ресурсы будут идти в основном на прокачку Анубиса, на битву гильдии. Плюс-минус я уже прохожу нормально, ну как, относительно нормально, то есть на свою силу там набиваю достаточное количество. Так, фон, как же его не заюзать. Так, отлично. Что у меня вообще здесь осталось? Нифига не осталось после последнего нашего захода. Зато есть книги. С ЗП-шками проблем сейчас нет. Качнуть силу тоже проблемы, как бы, нет никакой. Куча книг, как видите, есть. И что у меня талант на Анубисе просто имбовый. Эволюцию я тоже пока сделать не смогу. Знаете что, давайте качнем Анубу нормальный скилл. Так, ожил поменяем на утекание. Качнем нормальный скилл и попробуем им потрешивать. Почему бы и нет. Такс. Такс, 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 такс. Рекс, фэкс, пэкс. Тут у нас за самоцветы 150 нет. В общем, посмотрите, жизнь, боль, ребят. Даже не нашкребем, наверное. Может, нашкребем, сейчас попробуем. Даже на 150 нашкребем. А вдруг там у нас будет имба. Так, а ну
без. И в любом случае придется его качать. Тыква, тыква у нас уже восьмерка, шестерка практически. Но Анубиса нам надо в любом случае качать. Поэтому делаем вот так вот и вот так вот. Прощайте мои эволюции. Ну, это пока временно. Чем дальше я пройду, тем больше я кигашек получу. Поэтому стоит это учитывать, что мне реально надо будет. Девятку мы не качнем сейчас. Но восьмерочку сделали. И давайте фрейку нашу уже докачаем. Плюс 59. Надо, конечно, еще и просветы качать. Потому что они немало дают прибавки. Посмотрим. Я по эмблемам сюда. Надо 61 вкачать. Вот даже вот если взять вот такие вот сюда поставить руны, все равно эта прибавка неплохая. Так, ладно. Давайте поставим ангела. О, ничего себе. Как обычно, трешечок. Так, с кого еще я там использую? Так, в основном активно, ну, конечно же, ворожея. Ворожея тоже надо скилл подкачать немножко. Отлично, пятый. Супер. Вот так вот у нас уже 50. Так, седна есть, ворожей есть, фрея есть, тыква есть. И вместо Рина поставим Анубиса. Вот давайте ради интереса сейчас забежим в подземочку. Посмотрим. Я остановился. На этой подземке попробуем. Начинаю с Анубиса потанчить. Правда, я без магии пошел, но посмотрите, что Анубис делает. Вообще красавчик. Вот насколько, смотрите, насколько легче мне стало вот это все проходить. Просто четенько. Сейчас подземки у нас, ну, благодаря вот этому подгону, это HG, просто пойдут на ура. Отхилы у меня ворожай топовый, дамагеры. Только вкуслили, сволочи. Плюс седнушка, и все, и с подземками у меня проблем нет. Сейчас немножко подкачать Анубиса. Где-то до 180-го, в принципе. Ну, это надо будет хранилище качать. И вообще будет все четенько. Ну, вот если у меня была проблема с этой подземкой, вот взял я Анубиса. Ну, хотя я мог ее так пройти, мы без магии сейчас бежали. Все очень прилично получается. Поэтому, если у вас есть ресурсы, и вы не пропустили эту халяву за 4 дня, либо новичок, однозначно качайте Анубиса, тыкву. То есть такие герои, в которых я вам. Ну, если они у вас все есть. 23 минуты откат. Это просто жесть. Так, поехали. Попробуем на битву гильдии забежим. Босса тоже надо бить. Битва гильдий. Ой, меня кто-то даже прошел 3-4 минуты назад. Красава. Сейчас попробуем что-то на битве гильдии вычудить. Ну, беспонтово. Вот смотрите, Анубис уже есть. То есть тут мне ловить походу в этой гильдии нечего. Тут герои уже с эволюциями. Идем следующую смотреть. Стрелок, вторая эволюция. Да он моих героев с одной тычки. Тоже ловить нефиг. Вот это мой контингент мародеры. Ну, то есть нету смысла, я же говорю, нету смысла. Лучше набить на таком же, как и ты сам, чем слить вот эволюции. И опять же, против Анубиса реально сложно воевать. Даже я своего сейчас выпущу.
Вот тут смотр, смотр реально. Вот тут космо, нифига себе. Вот посмотрите, мой уже Анубис слился. Сейчас космо его чпокнет просто. Ну все, отхилы пошли. То есть, ну нереально. Был бы Атлантик, было бы поинтереснее, но для Атланта нужна пятая ремка. То есть, мой потолок реально, у меня сила на сегодня на этом аккаунте реально раздутая. Если смотреть на героев противника, ну тут еще более-менее. Так, и седнушку. Вот. Вот вам Фрея. Вот реально, не было бы Фрея, я бы тут просто сейчас не знал, что делать. Можно и тыковку выпустить. 198. То есть реально для моей, для 50К это 1000 на БГ, это вполне нормальный вариант. Мне бы, конечно, воодушевление на Анубиса, ему бы тут просто были бы сказки. Но Фрею вот для битвы гильдии надо реально качать Фрею. Она очень многое будет решать. Анубис, ну Анубис Анубисом, вот посмотрите. Он тоже вроде казалось бы классный, крутой, но это не сравнится там, допустим, с другими героями. Фрей реально на битве гильдии будет намного круче смотреться. Анубис чисто такой герой, который будет у вас для подземок. На PvP тоже классно, если он там на фул прокачанный. Так, этих мы, по-моему, не сможем. Вот тут вот трэш. Есть вариант там, допустим, искать противников посильнее, у кого угольная расстановка. Там можно тоже 200 выбивать. Что у нас, стрелок? В принципе, можно попробовать зашатать. Не успел. Ну и давайте просто попробуем в лоб. Тут, конечно, малыш Ник, Дрейк и прочее. Но у меня вроде герои тоже не слабенькие. Попробуем вот такой вариант. Они должны, по идее, разогнаться. Но вот шанс слива... Ну, видите. Не вариант. Хотя сейчас бы неплохо было бы на хроне разогнаться. Тут вроде поменьше силы, но имба героя. А тут, кстати, неплохая раста. Можно их ушатать. Но сейчас, смотрите, Влад Дракула просто унизил. Ну-ка, попробуем Фрей издали вместе с Седной. Вот если у вас открыт еще Смотритель, это тоже реально очень круто. Он будет сливать противоположные фракции героев, и у вас будут шансы. Ой-ой-ой, сердцеедка разогналась. Ну все, вроде должны. Ворожая. Тащим. Красавчики. Вообще без вариантов, вот видите. Это кайф. Когда у тебя есть Фрей. Я надеюсь, нам скоро выдадут всем Фрею. Хотелось бы, чтобы у всех была Фрея, тогда будет еще веселее на битве гильдии. Но против Фрея намного проще, когда у тебя питомцы прокачаны. То есть, если вы хотите на битву гильдии какой-то трешачок, надо качать питомцев плюс Фрею с утеканием, там либо другую сборочку. И у вас печали не будет даже против топов, потому что реально Фрей очень хорошо сливать. Ну, еще один противник. Вроде как бы и неплохой. Вот Анубис есть. Можно попробовать. Не хватает мне отхила, нифига себе. Прикольненько. Но с ворожаем сейчас должно получше пойти. Сейчас еще и жаба к нам прибежит. Ничего себе. Видали, какая жаба жесткая? Офигеть. Так, попробуем сейчас тыковкой разогнать их. Обалдеть, жаба. Сейчас, кстати, на череп тут может с жабой просто
ушатать, уделать. Вот смотрите, то, о чем я говорил. Просто жесть, ребят. Вот вам мой поход на битву гильдий. Надо было выходить, когда Фрейи не было. Она была слита. Все. Жизнь, боль. Так, окей. Ну, я надеюсь. Что там у меня одна попытка. Это мне надо 280 набрать. Нет, это нереально. К сожалению, видите. Не добил. Ну, бас. Вот эти все нюансы надо не пропускать. Так, 150. Отлично. Имба, приди, кристаллический эктоплазм. Просто мега супер удача. Так, и что я хотел еще? Я хотел еще попробовать пройти волну. Вот мне очень интересно попробовать волну R с Анубисом уже. Так, R2 пошла. Анубис хорош. У меня только остался Анубис Седна и этот. Но они, в принципе, вполне могут пройти. Не вариант. Пробуем еще. Первая вообще отлично зашла. Тут, конечно, есть минуса Фрейи. На Фрейи могут свободно сейчас на ее голубях разогнаться. Хотя, с другой стороны, это плюс. Так, ну блин, а что у меня осталось? Да, все, тут не вариант. К сожалению, ниндзик достал. Ванную ща мы пройдем. Герои, в принципе, хороши, но видите, здесь надо вот Атлант. Атлант! Вот видите, посливались, блин. Опять трое героев осталось, R1. Но если мы доходим до R4, то удачные заходы. Вот Анубис реально красавчик. Вот Фрейка, она вроде и хороша, но она мешает больше. Давайте сейчас ее уберем. Вот еще плюшки. Поставим сюда одержимого. Или даже Рину. Вот такой вот вариант. А вдруг прокатит? Рина будет делать забор энергии, в принципе, что немаловажно. Самое главное, не давать им заряжаться. Так, тыковку слили, R2. Отлично, R3. Слили. Ну, шанс был. Блин, Атлант сейчас включится. Не, отлично. R2. Ну, с такой растой, как у меня, видите, это. Купидон зарядил. Ну, давайте еще попытку. Попыток, конечно, у меня хватает, но мы просто зря их сливаем. Надо менять расстановку, надо немножко подкачать героев. Но, думаю, все равно должны затащить. Что там, Рину у нас ушатали? Анубис классный, когда он на разгоне. Вот смотрите, Атлант. Благодаря защите, точнее живи, он еще затащил хоть как-то. Но вот дальше тут шанс есть, ребят. R3, R4.
Ай, смотрите, дракон один раз дмухнул, и все разлетелось. Давайте еще. Штурмуем. Пробуем. R2. Вот не хватает немножко урона. Вот видно, что не хватает урона. Именно чтобы Анубис дамажил побольше. Так, дракон, нафиг, нафиг дракону. Красавчики, тыковка есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще бы удачно они все зашли. Ай, дракон, ну куда ты так, ну... Вот так вот, ребят, не затащили, ну шанс был. Все, пишите комменты, лайки, репостики, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.